Готов ли татарстанский бизнес к предстоящей нерабочей неделе? Много ли компаний продолжит работать в период локдауна в обычном режиме? И во сколько обойдется отдых за рубежом в ноябрьские праздники? Подробнее об этом расскажем прямо сейчас. Вы смотрите «Новости экономики» в студии Нина Гуринова. Здравствуйте! Бизнес-сообщество Татарстана с тревогой ожидает нового локдауна. Они готовятся к значительным потерям. Напомним, что нерабочие дни объявлены по всей стране с 30 октября по 7 ноября. Предприниматели предупреждают, что последствия нового локдауна могут оказаться хуже, чем в прошлом году, поскольку финансовые подушки безопасности из-за роста цен на сырье и пандемийных ограничений ни у кого не осталось. Бизнес готов к любым ситуациям, на самом деле. Кто-то сможет работать, потому что есть предприятия полного цикла, например, производством особенно. Придется работать, и они, в общем, к этому готовы. Тут коснется больше всего эти вот закрытия, как в Москве, как в Питере. Это торговые точки, фитнесы и общепит. Будем смотреть еще, как там будет все-таки прописано. Тем временем власти Татарстана проследят за тем, чтобы предприниматели республики получили поддержку в связи с предстоящей нерабочей неделей. Напомним, что новые федеральные меры помощи были озвучены на прошлой неделе. Малым и средним предприятиям, которые особо пострадали от пандемии, начнут выплачивать единовременные гранты в размере 1 МРОТ на каждого занятого работника. Кроме того, обещают предоставить льготные кредиты по программе ФОД 3.0 на уплату аренды и налогов. По словам бизнес-омбудсмена Татарстана, данные меры поддержки в значительной степени снимут опасения предпринимателей за свой бизнес и позволят им более уверенно прогнозировать развитие ситуации. Озвученные виды помощи уже доказали свою эффективность в прошлом году. Мы, конечно же, понимаем, что такая мера поддержки необходима, потому что основное, о чем мы просим, это сохранить наши команды, сохранить коллективы. И выплаты в размере МРОТ на одного сотрудника позволят нам сохранить устойчивость предприятия и открыться после ограничений в полном объеме. Потери у бизнеса выше, чем то, что будет предложено со стороны государства. Ну, потому что полную компенсацию невозможно. В то же время, если даже частично идет, для многих это определенное спасение и возможность продержаться до нормальной своей работы экономической. Мы в ассоциации, например, и думаем о том, как нам помочь друг другу, как поддержать друг друга в этот сложный период. Каким образом, какие механизмы, какие инструменты использовать для самоподдержки, чтобы не рассчитывать только на государство. Государству и так обязательств много. Мы должны это понимать. Минэкономики Татарстана, в свою очередь, запустила опрос среди предпринимателей по поводу введения QR-кодов. Власти изучат детали проблем, с которыми столкнулся бизнес в связи с новыми антиковидными ограничениями. Результаты опроса анонимны и будут использоваться только в обобщенном виде. По итогам исследования планируется отобрать наиболее острые вопросы, стоящие перед бизнесом. В дальнейшем будут сформированы меры поддержки предпринимателей в соответствии с их нуждами. Несмотря на объявленную в стране нерабочую неделю с 30 октября по 7 ноября, 60% компаний планируют работать в обычном режиме, согласно официальному производственному календарю. Таковы данные опроса HeadHunter. 5% организаций заявили, что и так всегда работают все дни, включая государственные праздники. 30% компаний еще не определили свой график работы на первую неделю ноября. И только 5% предприятий точно не будут работать в предстоящий локдаун. Наиболее высокая доля компаний, которые точно не будут работать в первую неделю ноября, зафиксирована в сферах строительства, промышленного оборудования и IT. 90% компаний-участников опроса ответили, что работали в предыдущие периоды нерабочих дней в прошлом году. И только каждая десятая компания отдыхала. Туроператоры фиксируют рост спроса на зарубежный отдых после объявления нерабочей недели с 30 октября по 7 ноября. Платежеспособные жители республики готовятся провести выходные на берегу Турции, Доминиканы, Арабских Эмиратов или Египта. При этом билетов уже практически нет, а цены зашкаливают. Неделя отдыха на побережье Анталии будет стоить около 200 тысяч рублей на двоих в приличном отеле в режиме «все включено». Египет обойдется в 300 тысяч, а хороший отель в Дубае на первой линии с одними только завтраками будет стоить 500 тысяч рублей на двоих.
еще открыты стран Шенгенского сообщения и Хорватия, и Греция. Вот. А Будапешт, у нас зашел на татарстанский рынок лоукостер, вот бюджетная авиакомпания венгерская, да, билеты действительно стоят очень дешево. Это были новости экономики. До встречи!